Привет, ребята! Привет, ребята! Сегодня мы снимаем... Календарь с шоколадками! Календарь с шоколадками! И еще немножко шоколадок M&M's и их друзей. Итак, ребята, что у нас классного? Боб-строитель! Да, Боб-строитель и тайная жизнь домашних животных. Сейчас я сниму пленочку и вам, ребята, покажу. Вы подумаете, что это... Что это такое вообще? А это, ребята, очень крутой подарочек от ваших родителей. Потому что это не простые, как бы сказать, книжечка. Да. Это не книжечка, это, ребята, календарь. Какое у вас, например, число? Вы открываете. Да. А если у вас нету такого числа, какой у вас есть, то вы открываете любой. Ну ты Степаша даешь. Нет, я расскажу. Итак, ребята, тайна домашних животных. Видите циферки? От 1 до 24. Вот так он выглядит сзади. Очень прикольный. Но чем он прикольный? Здесь... Вот здесь, ребята, окошко. В каждом окошке спрятан шоколад. Но не простой шоколад, а какие-то фигурки шоколада. Будем надеяться, что это будут фигурки из этого мультика. Ну или еще что-то. И в каждом окошке, когда ты достаешь шоколад, еще какая-то там фотография. А все это для чего? Все это, ребята, для того, чтобы ваш ребенок мог отсчитывать день до Рождества. Правда, Рождество это будет у нас американское. Оно будет 25 числа, 24 у них, что это, Christmas Eve, да? Перед Рождественская ночь. Да. И вот, когда мы дойдем до 24 числа, там двойное окошко и должен быть какой-то очень классный шоколад. И это вообще будет супер, потому что ребенку придется это все дело каждый день открывать и кушать шоколад. Да, Степаша? Да. А вот это у нас M&M's и его друзья. Мы со Степашей не знаем, но это тоже очень классный подарок на Новый год или на Рождество, или как еще. Но мы решили, ребята, вам это все сейчас показать. Ну, мало ли, это как бы... назовем этот у нас, это видео подготовка с сладостями к Рождеству. Да, Степашка? Давай мы все откроем и будем показывать. Итак, мы вам показываем все, как открывается здесь, в этом календаре. И, конечно, календарь «Строитель Боб». Но мы покажем его, уже его очень быстро, что там находится. И приступим к открытию вот этих шоколадок. Поехали, Степаша, да? Боб-строитель без пленки. Вот такой он. Все красочно, все круто. И мы его, конечно, откроем, покажем вам. А сейчас... Все-таки мы приступаем да. Открыванию очень календаря. Должно да, быть да. Очень. Мы готовы. Начинаем с циферки 1. Да. Степаша. Где она? А вот она. А вот сейчас. Да, давай. Вот тут. Да, опа. Так оно прорывается. Опа. И Степаша сейчас попробует нам ковырнуть. О, есть. Так, вот такое окно, да, я покажу нашим друзьям, Степаше. Не знаю, что это. Да, вот такое окно, и там у нас шоколад. Шоколад у нас, оп, я достану. А часы? В виде это домик. Домика. Степаша. И внутри у нас хомячок. Прикол? Так, ищем циферку 2. Где у нас циферка 2? Подожди, Степаша. Один. Где у нас циферка 2? Это 3. Это 3. А вот 2. А вот 2. Да, доставай. Так. Опа, и сразу достал конфетку. Быстро! Да, достал шоколадку, Степаша. Вот такой у нас прикольный шоколад. Вкусно. Вкусно, да? Да. Так, самолетик. Вложи его в сторону. Где? Ты все не съедай. А вот здесь, где самолетик, почему-то нету ничего прикольного. Но все равно шоколадка-самолетик. Так, номер 2. Номер 2 у нас, ой, номер 3 вернее, вот, давай, Степаша, да, вот здесь, и открывай, номер 3, оп, шоколадка, держи вот это, так, а я покажу, какая нам шоколадка попалась, ой, шоколадка попалась, видим, автомобиля, вот такой шоколад у нас, где тут, да, классный, так что, ребята, все должно быть очень круто,
Так, след, ага, и посмотрим, какой здесь. А здесь у нас ничего, никакого. А я думала, что так, там... Еще номер 4, Степаша. Да, где же у нас номер 4? 4, вот я нашел. Вот у нас номер 4, Степаша будет открывать. Давай, Степан. Опа. Вот это круто, давай я покажу. А что это? О, там у нас, наверное, машинка, ну, похоже так мне сдалека. Так, держи, Степаша. Держи. Да, а я покажу ребятам машинку. Вот такая машинка. Ой, классная машинка. Она уже тает сразу в руках. Так, она... и какой же там рисунок у нас попался? Она похожая на носок. А рисунка у нас здесь нет. Здесь просто была машинка и все. Номер, давай, 5. Да, это у нас был 4, номер 5. Где у нас номер 5, Степаша? А вот в самом верху. Да. Давай. Так. Интересный календарик. А все, открыл? А. Да, уже ж открыл. Номер 5, вот. Сейчас мы достанем. Кто же у нас тут попался? У нас попался снова паровозик. Паровозик? Шоколадный, прикольный паровозик. А у нас не было паровозика. Номер 6, Степаша. Номер 6. Ищем номер 6. Так, где же они все? Ага, вот номер 6. Прямо во рту, да. Так. Это 6-й день. У него нет рта. Да, уже нету. Так, что у нас за шоколад здесь? Ну, они классно придумали. Опа, что это за шоколад? Я даже не знаю. Это... Похоже на мороженое, может? Да, это и есть мороженое. Я не знаю, на что похоже, но... И, ребята, кстати, шоколад-то у нас не простой, а шоколад немецкий. И очень-очень вкусный. Да, Степашка? Это пирожок. Пирожок? Да. Так, номер 7, Степаша. Номер 7. У нас номер 7 вот здесь внизу. О. Давай. Хорошо, что не вверху. Не вверху, да. Все, вот, открыл. Да. Вот так у нас. И что же нам попалось? Как ты думаешь, Степаш? Опа, ну что-то шоколадное, держи. Это... О, это у нас попалось. Хм. Я не знаю, ребята, на что это похоже. Кто знает, может, напишите нам в комментариях. Ну, на дом, не на дом. Я могу сказать. Непонятно, на что похоже. Но и я... шоколад очень классный, ребята, потому что он тает сразу в руках. Бери, Степаша, попробуй этот дом. Вкусный он или нет? Это... А ну-ка. О, наверное, вкусный, да? Это... Так, дальше у нас цифра 8. Это, наверное, какое-то животное было. Думаешь? Угу. Может и животное. 8 у Макса на лапках. Давай. Это не лапки. А что? Это Макса грудь. Да. Большая. О, у нас выпало. Что у нас? Какая-то звезда. Да, это звезда. Шоколадная звезда. Вот это класс. А что у нас внутри? А внутри у нас ничего не идет. Странно. Почему же не идет? Мы думали, что будут какие-то внутри интересные штучки. Так, мы открыли номер 8. Давай, Степаша, номер 9. А вот номер 9 прямо возле тебя. Открывай. Итак, ребята, можно открывать целых 24 дня. С утреца себе встали, а вот ангелочек у нас. А потом открываете. Открыли, шоколадку взяли, это... подпитались энергией, да, Степаша? Да. А энергией, да, вместо кашки, не вместо кашки, а с кашкой. Съели овсяную кашу и заели шоколадом. Так, номер 10, Степаша. Где у нас номер 10? Вот, я уже нашел. Открывай. Тоже возле меня. Да. Так. Номер 10. Что у нас попалось? О, какие. Опа. Что это? Это у нас, я не знаю, пистолет, труба. А может что-то это... я не знаю даже, на что может оно похоже. Может, это пистолет? Какая-то труба. Это не труба. Шоколадная. Да. Так. Номер 11, Степаша. Это пистолет. Доставай номер 11. Пистолет. Пистолет, да? Да? Да, доставай 11. Вот нашел, конечно. Так. Номер 11. Так. Кто там попадет? Кто там? Кто там или что там? Держи, Степаша. О, здесь. Вот такое у нас. Это похоже на да. Яйцо. 12 месяцев. 12? Какой-то полумесяц у нас это попался. Кому 12? Так, кто еще у нас, Степаша, попадется? У нас уже много всяких шоколадок. Так, 11, 12, Степаша.
Где у нас 12? 13 я нашел. 21 есть. А где же 12? Ага, вот 12. Бери, Степаша. 8 шоколадок. 8 шоколадок. Бери. 12 открывай. Оп. Так, получается. А, молодец. Бабах! Сразу упала. И это упала елочка. Так. Вот такая елочка у нас попалась шоколадная. Мы уже почти половину прошли. Вернее, не почти, а половину. Давай открывать 13. Прямо на таксой баде. Так. И что же нам? Держи, Степаша. Ох, а здесь какие-то у нас попались свеча. И еще какие-то штучки. Шоколадные. Не просто такие, а вот шоколадные. Так, 14, Степаша, давай. Но будем искать 14. Вот 14. Опа. И что у нас? Выпадает шоколад. Сапог. Держи-ка, Степаша. Сапог. Держи. А это традиционно американская штука, потому что в сапог американцы любят ложить кого? Всякие подарочки. Они, да, им Санта-Клаус приносит и ложит не под елочку, а в сапожок. Ну, я так себе думаю. Так. Сапожок. Это мы открыли 14. Давай, Степаша, 15. 15. Так, ищем 15, а вот 15. Открывай. Так, получилось. И что же нам попалось? Держи. Нам попался снеговик. О. Вот он, снеговик. А что мне подарочки приносят? Да, снеговичок такой. На Новый год. Сейчас у нас снег сегодня на улице. Да. Но не такой сильный, потому что он тает. Мы уже думали со Степашей сегодня покататься на санках. Да. Так, номер 16. Степаша, открывай. 16, да. Возле тебя. Да, прямо возле меня. О, что у нас выпало? Опять. Звездочка, да, но только уже... Держи, Степаша. Там звездочка была на какой-то подставке, а это уже просто звездочка. Так, что еще, Степан? Мы уже приближаемся к нашему заветному. Так, 17. 17. А вот 17. Наше заветное число. Так, что же там нам попалось? Опа. Как его достать? Его можно вот так. Вот так, все, я достал. О, какой-то всадник на пони. Вот такой вот всадник на пони. Шоколадный. Прикол. Так, что мы должны дальше, Степаша? 18. 18, да. А вот у нас 18 на гиджет. Так, открывай. Ох, ты сразу с шоколадкой. Так, и что у нас здесь? Ага, медвежонок. Вот, это классно. Держи, Степаша. Я покажу. Медвежонка. Вот такой медвежонок, и он тает в руках. Реально тает. Так, Степашек. У нас осталось какие уже? 19, да? Да, 19. А 19 у нас где? На доле. Желтым. Там. Так, ага, вот 19. Давай, Степаша, открывай. Вот, достанешь? О, достал, умничка. Держи. Что это? О, велосипедист. О! Да? Дед, да. О, Дед Мороз? А, не велосипедист, на санках. О. Как ты, Степаша, он Дед Мороз или Санта-Клаус на санках едет? Я давно катался. Да, мы, кстати, давно катались, потому что... Номер 20. Вот номер 20. Открывай, Степаша. 20. Осталось 4 дня. И мы... О, шоколадка, держи. Так, кто нам здесь попался? Ох, какой-то тролль в шапке Деда Мороза. А вот такой тролль. Это не тролль? А кто? Как ты думаешь? Я сейчас загляну. Похож на тролля. Так, дальше нам нужно открывать 21. 21. Да, нужно сначала найти 21. А вот, прямо на лице Макса. Открывай. А теперь у него нет головы. Да. Так. Вот такая у нас. Держи, Степаша. Со свечой шоколадка. Это круг. Да. Круг, а в круге шоколадка со свечой. Так. 22. 22. Вот у нас. О. Открывай. Да. Там что-то должно быть прикольное. Так, держи. Это как подарок запакованный. Да.
Вот такой бантик здесь, шоколадный. Только там две точки. Да. Давай, Степаша, 23. О, это подарок. Это подарок, я же говорю. Вот, номер 23. Доставай. Ой. Достал? О. Давай, держи. Я покажу нашим друзьям, что это у нас здесь. Так, честно говоря, друзья, я даже не знаю, на что это похоже. Вот такая вот штука. Ну, очень классная. Так, 23. Давай, Степаша, будем искать 23. А мы же открыли. А мы открыли 23? Да. Вот это все, ребята, мы приблизились. 24 вот здесь. Степаша, открывай. Где-то у нас 24. Нашел? А, вот. Да? На Хлои. Открывай Хлои. Вот так. Сразу можно? Да, и еще в другую сторону. Тут как бы двойное окошко открывается. Оп. А, еще? Да. Ну, а ну? Тут уже я не могу. Нет, можешь? Давай я достану. Это очень сложно. Вот так у нас открылось. И что же у нас здесь попалось интересного? Держи, Степаша. А, у нас здесь попался ангелочек. Ребята, мы открыли строителя Боба. Он у нас, кстати, повеселее будет, чем шоколадки все точно такие же самые. Но в каждом окошке у Боба есть прикольные всякие рисунки. Сейчас, да. Ребята, мы вам будем показывать. Всех. Ты готов, Степаш? Да. Итак, в окошках вот такие вот всякие строительные машины. Очень классные. Сам Боб строитель. Какая-то еще строительная машина. Вот он что-то здесь делает. Вот он стоит. Асфальтоукладчик. А вот он шурупы собирается крутить или что-то сверлить. А это, я не знаю, самосвал какой-то. Это опять же он что-то собирается стучать. Так, это Боба, наверное, какой-то друг. Ой, откроем его. Степаша, открой-ка его. А, еще вот сверху Боб собирается там почему-то стучать. Это какой-то друг Боба. Вот, это уж точно самосвал. На гусеницах. Так. Вот снова Боб, а вот экскаватор. Так, что это у нас тут? Сейчас. Ох, какой-то с ковшом. Там уже мусорка какая-то. А вот он на перекуре. Так что, ребята, это реально тоже классная какая-то тачка. Такой, как кофе делают у нас тут, на улицах стоят. Да. Да, Степаша? Да. А это Боба машина кран. Еще какой-то асфальтоукладчик. Короче, очень классно. А теперь, ребята, давайте кушать сладости M&M's и их друзей. Да. Открывать. Давай. Так. А вот здесь нужно оторвать. Рик. Так. Вау. И у нас здесь конфетки. Вот это прикольно. Да, вот это прикольно, ребята. Рикер маленький. Да, Баунти. Milky Way, M&M's небольшой, второй M&M's небольшой, что-то два одинаковых M&M's, что еще? Twix шоколадный, вот такой вот, и Сникерс, куда же без Сникерса? Вот такие сладости нам попались, да, Степаша? Зачетное, мы со Степахой будем кушать. Давайте мы вам покажем, ребята, как выглядят наши сладости. В маленьких упаковочках. Ну, в принципе, Твикс выглядит как Твикс. Так. Баунти выглядит. А я Твикс уже показал. Ты показывай, открывай Сникерс. Сникерс. Сможешь открыть? Ох, они тут закрыты, классно. Так. Баунти как Баунти, только маленькая. Такая вот. Я не могу. Не можешь открыть Сникерс? Я открываю. Я не могу. Я просто не умею. А вот Сникерс. Точно, да, так. Да. Сникерс. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. До новых встреч, пока!